несколько очень красивых стихов «Вокрушается», в которых он рассказывает о своих, о своем понимании и рассказывает внутренние, как бы, свои переживания и пытается описать, что такое его храм, что, конечно, его любовь к Богу и природа, которую мы тоже все любим. Эти стихи я бы хотела посвятить Сергею Боброву, потому что тут перекликается немножко то, что он тоже любил, скажем так. Свои трубы.